Массивный камень уже установили недалеко от входа в парк со стороны улицы Вишневая. В будущем на нем появится и памятная табличка. Камень привезли из аула Тхагапш. И уже 20 апреля он будет заложен в основании нового парка, который разбивают в честь 80-летия образования Краснодарского края. Эта территория будет доступна для активного отдыха, ну и для просто отдыха, общения с природой. По сути, в центре города у нас природно-ландшафтный такой вот элемент кавказской природы. Слава богу, он сохранился, и мы его будем сохранять дальше. Площадь будущего парка 14 гектаров. Здесь еще предстоят масштабные работы по благоустройству, отсыпке дорожек и обустройству теренкура, а также всевозможных площадок активности. Ну а в день закладки камня здесь высадят десятки деревьев. К акции по озеленению смогут присоединиться все желающие. Сочинцев призывают прийти сюда и 22 апреля, на субботник, и привести так необходимый району сквер в порядок, помочь убрать накопившийся здесь не без помощи самих местных жителей мусор.